Популярный ролик прислал человек, который лечится моими мухоморами. Из мухоморчика выпал жук, и он ожил и побежал. Это прекрасно. Ребят, если вы покупаете у травников, у фунготерапевтов грибы и ягоды, если там что-то оживает, не надо этого бояться. Это не страшно. Это значит, все нельзя просмотреть. Что-то прячется, и что-то не умирает, когда сушится. Значит, сушится правильно, не на профессиональных сушилках, которые можно сделать и 90, и чуть ли не 100 градусов. А значит, вещества, которые подвержены термической обработке, причем это может быть 42 градуса даже, да, как хиномоноза лисички и мухомора, противолемблиозная, противопаразитарная и такой метаболический активатор кишечника. Или в травах многие разрушаются, 50 градусов, 55. Плюс сохраняются многие бактерии. Если вы все-таки хотите получать всю пользу от леса, то вы этими лесными злыми бактериями, как вам кажется, на самом деле они добрые, потому что у них нет устойчивости к антибиотикам. Принимая их, вы стимулируете свою иммунную систему, потому что вы с ними, ну, не встречаетесь. А в городах уже такие мутированные. Конечно, и к ним нужно иммунитет иметь. Но вот особенно ребеночка лучше тренировать иммунитет. Поэтому всегда выходите хотя бы в парк в городе гулять с ребенком. Там все равно они лояльны, он на них тренируется. А потом, если кто-то принес на тапках больничную инфекцию, ну, уже какие-то антитела есть. То есть, бояться жучков не надо. Или червячков. Это прекрасно. Мы там жили буквально, да? 35 тысяч лет назад все. Когда доедали неандертальцев. Всем добра. Это мой гриб теперь уже.